На небольшом празднике в библиотеке собралось около 30 человек, которые пришли поддержать своих коллег и друзей. В этот день поблагодарили волонтеров акции «Неделя доброты и щедрости», а 9 жителей городского поселения получили грамоты за участие в ежегодной премии губернатора «Наше Подмосковье». Ее важность отметила исполняющая обязанности главы Светлана Борисова. Я считаю, что такая премия нужна, обязательно нужна, потому что те, кто хотят себя попробовать, могут проявить себя в своем творчестве и могут показать окружающим, что они делают. Жители горок Ленинских активно принимают участие в премии губернатора с 2013 года. Галина Нилова не исключение. Ее проект «Женских рук. Прекрасное творение» – это уникальные вышивки, которые она делает почти 20 лет. От привычных крестиком до алмазных. В рамках своего проекта в досуговых центрах Галина проводила мастер-классы для детей. Улучшалась усидчивость, моторика пальцев разрабатывалась, поэтому им было очень интересно, и они этим делом занялись. Потом после меня уже мамы говорили, что ребенок стал больше сидеть, спокойнее стал. И вот этим я и занималась. Анастасия Матвеева в 2019 году также принимала участие в премии с проектом «Рисуй сердцем». Совместно с молодогвардейцами Ленинского городского округа организовывались мастер-классы для граждан, нуждающихся в особой социальной защите. Однако в День благодарности ей хотелось отметить волонтеров, которые в этом году приняли участие в благотворительной акции. У нас еще остались ребята, которые принимали участие в неделе доброты и щедрости. Было собрано очень много продуктов, нам поступало очень много благодарностей. Надо было отметить как-то волонтеров, которые принимали участие в данной акции. И у досугового центра «Юность» созрела идея вот организовать вот такое вот чудесное мероприятие. Благополучателями акции стали многодетные семьи, общество инвалидов и общество диабетиков. В этом году в акции участвовал и Центр поддержки женщин, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. 8 волонтеров, принимавших активное участие в неделе доброты и щедрости, на празднике не остались без внимания. Ребят наградили грамотами. На самом деле, когда все собираешь, это не очень чувствуется, а когда уже разносишь еду, люди улыбаются, прям самому приятно становится. Мне было жалко тех людей, которым мы это все-таки приносим, чисто из-за того, что они сами не могут себе этого позволить. И были эмоции на радости, то, что мы все-таки разнесли эти продукты и помогли кому-то. Свои слова благодарности волонтерам акции «Неделя доброты и щедрости» выразила Ольга Батрева. Из-за серьезной болезни она была одним из благополучателей и в этот день решила прийти на праздник лично. Эта акция именно помогла, потому что я находилась вот именно в такой ситуации, когда подзаработать не подзаработаешь. И вот, и хочу поблагодарить, сказать огромное спасибо всем участникам этой акции. Ольга – участница хора «От всей души», который на празднике порадовал гостей знакомыми песнями. От официальной части гостям предложили перейти в уютную обстановку, к чаепитию, где все могли обсудить праздник и просто лучше узнать друг друга. Александра Столярова, Кирилл Иванов, Елена Кошелева. Видное ТВ.